Загалом можете маркувати ситуацію на лінії фронту, от коли говорити про ті населені пункти, як Мар'їнка і що навколо? Если в общем, то российская армия пытается владеть инициативой на большей части линии фронта, и это выражается в локальных наступательных операциях и где-то в операциях, несколько выходящих за локальный уровень. Здесь я подразумеваю в первую очередь Авдеевку. Что же касается Мар'їнки, то это уже стало своего рода символом, и российская армия, тут известно, контролирует почти весь город. И у них есть такая вот символическая задача – поставить точку. Битва за Мар'їнку продолжается, в общем-то, с 2014 года. И ощущение, что этот плод близок, что его можно сорвать и заявить уже на медийном уровне, что вот Мар'їнка взята, видимо, является серьезным стимулом. Впрочем, за Мар'їнку они пытаются цепляться достаточно давно, чтобы это открывало какие-то пути для дальнейшего наступления. Это не совсем правильное суждение. Для дальнейшего наступления надо, чтобы украинцы не были готовы к обороне на более оттянутых рубежах. И, естественно, для дальнейшего наступления нужно иметь значительный потенциал, чтобы его реализовать. О том, чтобы это было так в районе Мар'їнки, нам ничего не известно. Я думаю, предположу, что украинское командование готовило оборонительные рубежи, в том числе на всякий случай, если придется отойти и в собственном тылу. В общем, Мар'їнка – это более такой символ, однако ситуация вокруг Авдеевки должна привлекать наибольшее внимание. Ситуация в районе Купянска – это те места, где россияне, ну, скажем так, лелеют относительно далеко идущие планы. Ну, с Авдеевкой, понятно, просто попытаться взять украинских военных в оперативное окружение и захватить этот укрепрайон. Ну, а в районе Купянска это такой относительно далеко идущий план, выход на рубеж реки Оскол для создания, для занятия территории, занятия более выгодных позиций. Там ключевой является деревня, село Сеньковка. Авдіївська операція, безумовно, ми щодня про неї говоримо. Військові, які доєднуються до наших ефірів, говорять просто, що ну це пекло цієї війни, тому що та кількість штурмів і та кількість атак, яку доводиться відбивати щодня і щоночі, вона просто ну досягає якихось неймовірних кількостей. А те, які росіяни втрати несуть на Авдіївському відтинку фронту, це взагалі якась історія, ну абсолютно безпрецедентна, фантастична і абсолютно за межами якогось здорового глузду, тому що вони там втрачають не тільки ресурси живої сили, але й серйозно втрачають там по техніці, водночас пруть. І пруть абсолютно активно з усіх сторін. Є інформація про те, що їм вдалося просунутися і по Авдіївській промці. І, безумовно, задача так і стоїть, як ви кажете, оточити і взяти в кліщі Авдіївку. Є питання по логістиці українській, та? Тому що ми розуміємо, що, ну, можливо, буде така ситуація, коли український гарнізон доведеться все-таки виводити. Загалом, як ви оцінюєте ситуацію ту, що відбувається там? Ви ж знаєте, що оборона Авдіївки, вона також вибудовувалася роками фактично. Це досить серйозний укріпрайон, там є коксохімічний завод. Але у росіян, так видається, ну, ціна будь-якою ціною стоїть задача. Они готовы. Ситуация очень и очень тяжелая в Авдеевке. И здесь, конечно, проблематика главная – это фланги, как южный, так и северный, и угроза перерезания важнейшей артерии, по которой гарнизон снабжается, по которой происходит, можно перебрасывать подкрепления, боеприпасы, эвакуировать раненых и так далее. И здесь главная проблема в том, что даже небольшое продвижение российской армии, каждое небольшое продвижение вот в этих местах и даже ценой тяжелых потерь, они еще больше, вот именно небольшое продвижение становится уже такого рода критичной угрозой для обороняющихся. Это главная проблема. Если эта тенденция не изменится, то на повестке дня станет то, о чем вы говорите. Возможность вывода украинских войск с Авдеевки, потому что если такое решение принимается, важно принять его вовремя, а не тогда, когда оно будет связано с очень серьезными сложностями. Почему россияне так действуют? Ну, здесь очевидно, они видят большой шанс достигнуть вот этого успеха, и ценой больших потерь на локальном уровне это их не останавливает. Кроме того, вероятно, они надеются, что если удастся взять украинский гарнизон, не гарнизон, а обороняющихся
в оперативное окружение, то тогда удастся нанести и, собственно, обороняющимся очень большие потери. И тогда это, я так пытаюсь поставить себя на их место, компенсирует в заметной степени потери, понесенные во время наступательной операции. Но главное другое, когда какой-то успех, причем превосходящий, чем просто взятие каких-то позиций или какой-то небольшого села, выглядит достижимым, они готовы ради этого пойти на то, чтобы заплатить серьезную цену. И тут и медийная составляющая подразумевается повысить мораль собственных сторонников войны, да и просто, чтобы было что сказать населению о достижениях собственному электорату в преддверии перевыборов Путина. И попытка нанести удар по морали украинцев, по морали Запада в том числе, показать, что российская армия имеет успехи, и вытащить занозу прямо непосредственно из Донецка, из оккупированного Донецка. И главное, удобная конфигурация, которая позволяет им надеяться на успех, такое ощущение, что еще чуть-чуть осталось додавить, а настолько сильно велики затраченные ресурсы, что останавливаться и отказаться от этой мысли российское командование, конечно же, Кремль просто не могут. Тобто можна допустити, що фактично росіяни в цьому всьому контексті найбільше хвилюються за Донецьк, бо дорога то пряма. Ну, безусловно, близость Авдіївки к Донецьку – это важный фактор. Но вот примерно в целом все, что я перечислил, и здесь перемешивается, как очень часто бывает в войне, политика, пропаганда, сугубо военные аспекты. И в целом надо помнить о российской доктрине, что даже в обороне она предусматривает контратаки, и она предусматривает еще больше эти контратаки или наступательные действия локального характера, где только есть такая возможность, даже ради достижения минимального успеха, при этом где-то за ценой буквально не стоят, а где-то не особо стоят за ценой. Так что и Авдіївка тут яркий пример вот этих всех факторов. Давайте, коли говорити про те, чому росіяни активні саме зараз, чому дочекались такого непростого і погоднього періоду в тому числі, тому що, очевидно, очікували українського контрнаступу, десь більше були в обороні, чи з якихось інших причин, і як ви загалом зараз оцінюєте стан цієї фази війни? Та? От в яких умовах і українські війська зараз зайшли у цю зимову кампанію, і з чим, власне, підходять і росіяни? І наскільки можна порівнювати зиму цьогорічну і попередню, коли ми говоримо про інтенсифікацію бойових дій? Во-первых, зима все-таки еще находится на начальной стадии, и рано судить, и возможны, кстати, те или иные погодные условия, которые повлияют на принятие решений командования на фронте и на ту или иную активность. Зависит от зима, может быть аномальная, очень снежная, может быть дождливая, в конце концов. Пока ведь еще рано судить. Безусловно, российское командование и Кремль опасались украинского наступления очень начиная с середины весны, примерно когда была возможная такая отправная точка, и вплоть до осени, и в подавляющем большинстве мест снизили активность, уступили инициативу, перешли к обороне. Однако после того, как украинское наступление, надо смотреть правде в глаза, не достигло поставленных задач, они обрели уверенность. И сегодня те или иные резервы, впрочем, они не очень большие, используются для попытки улучшить ситуацию на местах, на тех или иных участках. И эта активность, в общем-то, им присуща была и прошлой зимой в заметной степени, после того, как они отступили с Херсонщины и имели более насыщенные боевые порядки благодаря мобилизации и сокращению линии фронта. И стоит ожидать, видимо, таких же похожих действий при возможности и предстоящие месяцы. Где-то погода не позволит, так не позволит, а где-то позволит действовать мелкими группами и пехотой, значит, будут действовать так. Пока у них есть какие-то резервы, они будут стараться добиться результата на местах. Что касается украинской армии, то здесь все замерли в ожидании очередных, в заметной степени, я имею в виду на глобальном уровне, того, чтобы пакет помощи, который американцы рассматривают сегодня в Конгрессе, наконец-то был разрешен, и от этого очень и очень многое зависит. Когда будет политическое решение, будет можно решить, что, когда и сколько поставить, и тогда согласовать дальнейшие планы украинского командования, согласовать с союзниками касательно, например, того, стоит ли находиться в обороне в течение многих ближайших месяцев, либо подготовиться и попытаться решить наступательные задачи летом. Здесь очень важно, безусловно, чтобы были проведены
уроки над ошибками, которые были допущены этим летом. Надо тут тоже смотреть правде в глаза. Кое-что необходимо поменять в разных подходах. Это касается и боевой подготовки, и планирования. И тщательно и трезво оценить собственные возможности, возможности противника, и решить, что делать, и прислушиваться, в том числе, я не говорю слушаться, но я говорю прислушиваться в том числе и к тому, что говорят военные в Соединенных Штатах, и вместе с ними выработать некий правильный подход. Так мне это видится. Хотя, опять-таки, решать именно украинцам и действовать именно украинскому командованию. В общем, предстоит очень непростая зима, а с другой стороны, как могло быть иначе, пока не начались массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, ракетные, что было уже реальными давным-давно в ту же зиму. В общем, зимы, как всегда, отличаются, есть немало схожего, и война носит такой жесткий позиционный характер, однако это не значит, что на фронте затишье, как раз наоборот. Скажу вам, що ну кинджали вже над Україною вчора ми збивали знову. Фактично, ми не так спимо добре, як можливо якийсь період, коли у нас було це ну умовне дуже затишя, коли росіяни не гатили по нас важкими такими ракетами. Знаєте, я до питання грошей, ми направду моделюємо різні ситуації і говоримо про те, як буде і в разі того, коли якщо ми отримаємо зараз ці гроші, моделюємо ситуації того, як і скільки Україна зможе воювати без допомоги США і інших союзників от на тлі всіх тих історій, які зараз відбуваються. Але водночас скажу, що так мені видається, що, зокрема, у західного військового керівництва, командування, якщо можна так сказати, є абсолютне розуміння того, що Україна має перемогти у цій війні. Водночас включається політика. І ця політика десь перебиває і розуміння військових, американських, зокрема, в тому, що ну, треба робити все, щоб Україна зараз перемогла. Залежність від грошей, наскільки це визначальний фактор? Тут зависимость в первую очередь не от денег, а именно от внутреннеполитических раскладов Соединенных Штатов. На самом деле понимание не только у военных, у администрации Байдена и у многих союзников Украины, в том числе и в рядах республиканской партии, безусловно, есть понимание, что Украине необходимо помогать. И что даже из соображений, я сейчас говорю, не моральных, а вот такой реал-политик, победа России, причем даже победа по очкам России, я даже не говорю о какой-то полной победе России, которая не стоит на повестке дня, даже победа России по очкам недопустима. Однако вмешивается внутренняя политика, и я думаю все же, что эта проблема, которая сейчас имеется, которая сейчас решается в Конгрессе, она решится со знаком плюс, потому что было бы колоссальной ошибкой, то есть со всех точек зрения колоссальной ошибкой, в буквальном смысле внешнеполитическим провалом прекратить помощь Украине. И я думаю, что здравомыслящие политики в Соединенных Штатах, которые сейчас об этом все это дело решают, они в итоге это понимают, и в итоге будут найдены соответствующие компромиссы, а значит, можно будет говорить, что у Украины появится серьезнейший запас прочности на ближайший год, и это имеет колоссальную важность. Я лично считаю, что проблема будет решена, займет ли это еще X дней или, может быть, X недель, но, видимо, стоит смотреть на происходящее все же с оптимизмом, хотя, конечно же, опасения это вызывает серьезные. Ну а что касается евростран Евросоюза, то, конечно же, от них зависит меньше гораздо и других союзов. Но, тем не менее, в общем-то, помощь оттуда идет. Но главное – это политические решения в Соединенных Штатах. И стоит их с нетерпением дожидаться. И я считаю, что можно смотреть здесь будущее с осторожным оптимизмом. Это касательно пакета. Ну а далеко идущие решения, выборы в Соединенных Штатах, что может быть очень и очень важно президентские, это все-таки еще слишком, знаете, долгосрочная перспектива. Давид, скажіть, а наскільки багато політичного тиску зараз відчувається на Ізраїль, зокрема на Цахал, у проведенні вашої наземної операції? Наскільки політика тут також визначальна і як загалом зараз відбувається операція у секторі Гази? Очень, да, это очень важный фактор. Здесь много схожего с тем, что происходит в Украине. Есть много отличий. Я имею в виду взаимоотношения с союзниками, взаимоотношения с партнерами, проблемы иногда другого толка, тем не менее они есть.
С одной стороны, Израиль должен быть очень и очень благодарен Соединенным Штатам за ту помощь и администрации Байдена, за ту помощь, которая была оказана. Тут три аспекта важных. Во-первых, поставки оружия и боеприпасов, которые во многом по вине, собственно, нашей собственной, запасы оказались недостаточными и для комфортной возможности, комфортной ведения войны на многих театрах. Это американская крыша в Совете Безопасности ООН, без которой было бы очень сложно с политической точки зрения. Вот здесь мы приходим к общеполитическому давлению со стороны разных стран, которым интересы, скажем так, мусульманского мира гораздо ближе, чем интересы Израиля. Ну и, наконец, те или иные угрозы со стороны американцев другим противникам Израиля, я имею в виду Ирану и проиранским силам, которые тоже являются определенным фактором во всем, что касается их решений на протяжении войны. Однако есть и другая сторона. Другая сторона – это американские интересы, которые часто отличаются от интересов Израиля. И причем интересы самые разные, и назовем это так, и геополитические, и электоральные. И американцы действуют в том числе не то в соответствии с ними, и это сказывается на давлении. Сегодня, буквально в эти дни, есть целый, знаете, воздушный мост визитов в Израиль высокопоставленных представителей Белого дома. И давление на Израиль разного рода – это одна из основных составляющих этих визитов. В первую очередь, американцы очень бы хотели ускорить окончание активных боевых действий, общевойсковую фазу в Газе. Ну, вони кажуть, найменшою мінімізацією ціною втрат серед цивільного населення. Американці постійно цим апелюють до Ізраїлю. Ну, це оперують цією фразою, безусловно, це скоріше такий публічний реверанс. Вони розуміють, що поки йде общевойскова операція, Ізраїль придерживається. Ізраїля не знають, і вони бачать це і безпілотниками своїми, і знаходясь буквально іноді в ізраїльських штабах, вони бачать, що предпринимаються міри в соответствии с нормами гуманитарного права, к сожалению, жертвы среди местного населения неизбежны в таких условиях. Хамас, например, обстреливает ракетами Израиль. Кстати, буквально недавно был обстрелян Иерусалим, в том числе прямо из зоны безопасности, куда эвакуированы те самые беженцы по гуманитарному коридору. Прямо возле палаток в 20 метрах, и я не преувеличиваю, делается залп ракетами по Тель-Авиву или по Иерусалиму. Правда, насчет Иерусалима прямо сейчас я еще не знаю точно, откуда они стреляли, но общий смысл в том числе и такой. Так вот, американцам важно из всех своих соображений, чтобы война завершилась быстрее, именно вот эта фаза, когда идет применение авиации, артиллерии, общевойсковые наступательные. И сейчас идет дискуссия с американцами, плюс-минус, сколько это должно продолжаться, если Израилю придется ускорить действия свои не в соответствии с планами, то это повлечет большие потери и большие проблемы с военной точки зрения. И дискуссия вроде бы идет о том, что до конца января должны закончить. Речь идет, как мы можем прикинуть, 5-7 недель, что-то такое. А далее война обязана, по мнению США, перейти в фазу зачистки, в фазу таких уже, знаете, полицейского типа операций, полицейского типа точечных. В общем, давления хватает, хватает прессинга. И важно понимать, что американцев свои интересы, которые не всегда совпадают с нашими, с украинскими или чьими-то еще. И даже это интересы, связанные с выборами предстоящими. Политика, мы же всегда говорим это слово. Буквально хвилинка у нас ще є, але я не можу не запитати. Вчора буквально мала також розмову про те, що відбувається між Ізраїлем і Хамасом. І ми говорили про втрати серед військових Цахалу. Станом на сьогодні про які цифри? Можно говорить, у вас они не засекречены, вы их озвучиваете. Они не засекречены. Во время операции, сухопутной масштабной операции, погибло более 110 человек. И 12 декабря был очень тяжелый день, когда погибло 10. Почти чуть ли не самый тяжелый с начала операции, включая 9 в одном эпизоде. И даже офицер в звании полковника и командир батальона в звании подполковника – приходится платить тяжелую цену за войну с противником, который 16 лет к этой войне готовился на своем поле и в очень такой удобной с точки зрения застройки туннелей и других своих козырей ситуаций. Тем не менее, расчетные потери армии на данный момент ниже, чем этого боялись.
И операция, по крайней мере, в северной части Газы близка к завершению. Там, ну, скажем так, считанные дни максимум остались до того, чтобы общевойсковая фаза закончилась. А вот на юге еще предстоит сделать немало, и там только все развивается. Я вам дуже дякую за розмову, що ви доєдналися до зустрічі в наших етерах. Давид Шарф, військовий оглядач з Ізраїлю, був з нами на зв'язку. Спасибі. Спасибо, всего найлучшего.